казачий край сказками, легендами и байками о прославленных защитниках Отечества. В казачьих сказках герои учат различать добро и зло, отличать истинную правду от ложной, героическое от трусости. Казак в сказке всегда выходит победителем благодаря своей ловкости, смекалке и смелости. Было это дело, когда под Сталинградом немцев наши войска со всех сторон окружили, в железное кольцо их крепко-накрепко зажали. Знают немцы, что окружены они, но не сдаются, упираются. Каждый шаг земли нашим войскам в то время у них с бою брать приходилось. Собрались как-то раз в блиндаже наши казаки, все лихие разведчики. Из таких, что каждый не один раз немецких языков голыми руками брал. Собрались и гутарят, что пошли немцы теперь все пуганные. Стали они чуткие, все слышат да видят. За последние 3 дня ни одного немца взять не довелось. И не заметили они, как вошел к ним казачок в новом нагольном полушубке овчина, поясом ременным туго подтянутый. Росточком казачок этот был так себе, небольшого дюжа, среднего будет. К пригрубочку подошел, подсел и греется. Казачьи речи сам слушает, а потом казакам и говорит: «Не могет такого дела, братцы-станишники, чтобы простой казак, не мудрящий, хитрого и ушлого немца не обошел». Заспорили с ним казаки. Усмехнулся себе в усы казачок и говорит: «А ты на то и казак. Должен ты немца за 12 шагов так скрутить, чтобы он у тебя никак не пикнуть, не ворохнуться уже не мог». Двое самых лихих разведчиков и говорят ему: «Что нам речи попусту гутарить? Пойдем-ка лучше вместе с нами попытаем. Немецкого языка добудем, поглядим мы, у тебя поучимся». Вышли они из блиндажа. Ночь такая темная, что в 2 шагах человека уже не видать. Спустились они все трое от блиндажа по узенькой дорожке и поползли мимо сосен по склону Мамаева кургана, где немецкие окопы проходили, а в этих окопах их часовые сидели. Ползут и видят казаки-разведчики. В это время из-за тучи одним своим краешком луна выглянула. В шагах в 12 немецкий часовой из окопа выглядывает, прислушивается. Должно быть, их казаков уже почуял. Присели казаки-разведчики и шепчут на ухо казачку: «Почуял нас немец, как его теперь мы брать-то будем?» А казачок молча из-за пояса крепкий аркан из конского волоса витой достает. И не успели казаки-разведчики слово сказать, как он правой рукой размахнулся и, что есть силы, метнул аркан. Обвился змеёю аркан на шее у немца. Захлестнул он его крепко-накрепко. Немец не успел и пикнуть, как казаки по ногам и рукам его уже скрутили. Через каких-нибудь 30 минут в штаб на допрос доставили. Доставили казаки-разведчики немца в штаб и опять погреться в блиндаж идут. Идут и казачка пытают: «Ты-то скажи нам, пожалуйста, чей будешь?» Усмехнулся казачок себе в усы: «Я-то Платов. Небось, вам про него, казакам, тоже не один раз слыхать доводилось. Когда-то я французов здорово бил, их полки крушил. И за это меня все и недруги, и други вихрем-атаманом звали. А теперь вот на старости лет мне довелось свои кости побеспокоить. Не терпится мне, чешутся руки у меня. Охота вас, своих внуков, малость поучить делу военному». Сказал это и в темноте пропал, как лед в кипятке растаял. Подивились казаки-разведчики, но сразу же у Платова его ухватку переняли. Сначала это на Сталинградском фронте пошло, а потом и везде. Такие дела казаки вершить стали от самого Черного моря до Ледовитого океана. Казаки, хоть и простой народ, да дюжа смекалистый.
Thank you.